Ну что, вот, ребята, наша горка. Попробуем заехать просто на газе, на средней звездочке. Без помощи педалей. Заедет ли этот двигатель или нет, сейчас узнаем. 1000 ватт двигатель, думаю, должен справиться с этой горкой. Ну, сейчас узнаем. О, рабочий копает что-то. Мы погнали. Берем разгон. Что я могу сказать? Без проблем. 30 км/ч. Скажем так, двигатель мощный. Достаточно, чтобы заехать на такую горку без проблем. Это радует.